Смору. Я детектив Сейферт. Слушайте, сегодня вам не сладко. Помогите мне найти убийцу вашего мужа. Положено страдать в одиночестве. Продолжайте. Пытаюсь понять, что произошло. Ваши сыновья заслуживают лучшего. Скелет умер. Его тело так и не нашли. Убийца на воле, ребята. Думаете, это он? Знаете ли вы, каково быть преследуемым? Надеюсь, вы никогда не узнаете. Этого не хочу делать.